А из каких анатомических областей шла кровь? Из ануса шла кровь и из пореза шла кровь. Далее, что вы стали делать? Дальше я взял бутылку, засунул в мое отверстие. Для чего вы это сделали? Потому что он сказал, что он гомосек. Только из-за этого? Да, а как глубоко вы просунули? Полностью. Вы? Нет, я засунул горлышко, лег, потом ударил ногой, бутылка разошла почти полностью. Далее, что вы стали делать? Дальше я начал по ребрам бить ногами. Также пятками. Бутылка одна вылетела. А продемонстрируйте, пожалуйста, на манекене, как именно вы наносили удары. Потом здесь лежал кирпич. Я его взял, кинул на голову. Раз 5-6. И потом, когда он уже без сознания лежал, уже когда поджигали потом его, я потом взял его за ноги, оттащил его на лавочку. В ходе допроса одного из подозреваемых, что явилось мотивом причинения ему телесных повреждений в последующем убийстве погибшего, один из подозреваемых показал, что якобы они вдвоем уличили его в гомосексуализме. То есть мотив был убийство такой, то что вот он гомосексуалист и необходимо таких убивать. А вот этот мотив, он будет как отягчающее обстоятельство? Или вот возбуждено уголовное дело по какой статье? Да? Возбуждено уголовное дело сразу же по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но в дальнейшем будем предъявлять обвинение по пункту Ж части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство группы лиц.